91 году, сейчас только уже в новом качестве под видом эвакуации населения подготовлен для депортации с территории, исконной территории чеченской земли. Намерение для нас не новое, столь хищный и агрессивный, что уже и даже под маской мнимых и придуманных оппозиционеров не скрывается, уже идет открытая интервенция, открытая агрессия. Есть уже столкновения на границах с мирным населением, есть убитые среди мирного населения, есть раненые. Мирное население, граждане, зная намерения российского руководства, что их ожидает тяжелая участь в случае дальнейшего развития событий, идут на смерть. Так как шли 26 ноября под танки, под гусеницы, во имя жизни, во имя спасения своей чести на исконной своей земле. Вот ситуация для нас, она не нова. Для нас не нова. Но ответственно могу заявить, если мировое сообщество не обуздает российское руководство в необузданных аппетитах агрессии и насилия над народами, то это ждет все остальные народы. Запылал и пылает, кровавый след оставлен. Ингушетия, Осетия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Грузия, Абхазия, Молдова, Приднестровье, Таджикистан. География на политической карте, народоубийство нынешним российским руководством все расширяется.